А народы России – это элементарные рабы. И они сами не хотят из этого рабства выйти. У них вот, они как маньяки, понимаешь, им нравится страдать, им нравится мучиться, им нравится вот роль этих рабов. А почему я должен быть рабом, я не знаю. Я хочу свободным жить, а за это меня делать бандитом, террористом, еще кем-то прочим, перед мировым сообществом или прочее, не надо это делать. А если делают, то в крайнем случае я знаю, что я перед Богом и перед своим народом чистый. Неправильно по подходу. Я это Россия, я герой России, генерал, госслужащий. Я это Россия, но Россия это я. Я генерал, я герой, и я человек Кремля, значит, я человек Путина. И со мной вот проще простого. Даже мне не нужен звонок. Любой человек от президента передаст, что Кадыров, ты давай. Все, я все, кусты. И знаешь, я пехотинец Путина, поэтому все, что угодно могут говорят, я их, давай, до свидания, больше не воспринимаю никак. Но если я была бы волевая, я принял закон и расстрелял бы всех. Это твое заднее слово? Задней не бывает. Я пехотинец Верховного Главнокомандующего, и мне дадут приказ, я выполню приказ, безусловно, на все 100%. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. А какое в этом удовольствие? Молодой еще. Подклянусь именем Всевышнего, если я узнал бы, что преданный, чем я есть человек Путину, я не считал бы, я не уезжал бы себя с себя. Я Путину Владимиру Ильичу очень, очень, очень предан. Ну вот у вас на земле, как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть? Ну, это на глаз. Дикари! Дядь Вова! А ты тут мозги пудришь. Плохо кончится, родной.